Славянский фестиваль песни «Память священна», посвященный 9 мая, закончился скандалом. Нардеп Наталья Королевская, несмотря на обращение активистов, приехала в Славянск. Здесь ее встретили с плакатами и криками «Ганьба». От всей души пожелать вам мирного неба над головой. Я хочу от всего сердца сказать вам большое спасибо. Спасибо за то, что сегодня вместе, несмотря ни на что. В ходе церемонии награждения в Центре культуры произошла драка. Конфликт произошел между активисткой, которая держала плакат с надписью «Королевского вертайся в Кремль», а также одной из работниц исполкома Славянска. Агатьева Александра Александровна, председатель Совета ветеранов Локомотивного депо. Пострадавшая написала заявление в полицию. После того, как Королевскую провели криками «Ганьба», концерт продолжился.